Всем привет из Рима. Сегодня влог будет из торгового центра Ларина Шенте. У вас есть несколько причин посетить этот торговый центр. Первая причина, конечно же, шопинг. Но если вы не планируете шопинг, вы можете подняться на террасу и полюбоваться красотой вечного города. Также я уже несколько раз показывала, здесь есть древнеримский акведук. И сегодня я покажу обычные, но не избитые сувениры, которые здесь можно приобрести, а также необычные оригинальные товары для дома. В самой верхней точке мы спустились в самую низкую, цокольный этаж. Вот, пожалуйста, брелок «Все дороги ведут в Рим». Я показываю сувениры от универмага Ларина Шенте. Чао Белла брелок. Поцелуй из Рима, Бачи да Рома. И такой брелок стоит 6 евро. Вот, так что вместо того, чтобы покупать у уличных торговцев, можно приобрести такой сувенир. Бутылочки для воды с римскими достопримечательностями. 13 евро. Такую бутылочку можно носить с собой и набирать воду из фонтанов. Карта города. 12 евро. Кружки. Так, вот такой еще брелок. И это уже логотип Ларина Шенте. Так, вот еще классный сувенир. Это пазл. 6 евро стоит. Вот Пьяцца Испания. Сан-Петро. И... конечно же, фонтана Ди Треви. Так, шоперы, да, сейчас очень популярны. Можно приобрести за 15 евро такой шопер. Есть еще побольше, они уже стоят 29 евро. Написано Made in Italy. Так, это здесь косметички. Папки, канцелярские товары пошли, карандаши за 2 евро, блокнотики, 3,5 евро, ластик 4 евро, ежедневник 9, почти 10 евро, и можно набор за 27 евро увезти с собой. Вот эта карта мира мне понравилась. И вы можете ставить отметки мест, которые вы посетили. Вот как я четко поставила отметку именно там, где находится Рим. Так, зонты, 15 евро, прозрачные. Пауэрбанк, вот это стеклянное, я не поняла, что это такое. Для чего нужно вот то, что я сейчас смотрела? Пауэрбанк стоит 15 евро. Футболки, худи. И даже коврики для мышки за 7 евро.
Вот такие полезные сувениры предлагает торговый центр Rinascente. И сейчас посмотрим товары для дома. Бытовая техника SMEC, это итальянский бренд. Такая необычная форма чайника электрического. Посмотрим посуду и также другие предметы декора для дома. Вот этот древнеримский акведук, по которому течет вода к нескольким фонтанам в центре Рима, в том числе к фонтану Ди Треви. Я про него уже рассказывала. Он был обнаружен при реконструкции этого здания. И реконструкция, конечно, затянулась на долгое время, потому что владельцы должны были сохранить этот акведук. Вот так вот в центре Рима, в публичном месте, можно полюбоваться совершенно бесплатно древнеримской достопримечательностью. Про Биолетти я уже рассказывала и покажу немножко, какая посуда здесь продается, очень красивая. По возможности стараюсь показывать цены. Это немецкий бренд знаменитый. Красивая, элегантная посуда. Здесь я немного покажу необычные предметы декора, часы, лампы, светильники. Вот такие еще часы. Да, все такое стильное и дизайнерское. Это для любителей делать коктейли дома. Шкатулки, необычная копилка слоник, 99 евро. Thank you.
Вот такой обзор сегодня у меня был. Надеюсь, что он окажется полезным для тех, кто собирается посетить Рим. Я показываю сумки, конечно, к определенному образу. Они очень симпатично смотрятся, зимний шик. Итальянки любят такие сумки. И заканчиваю видео кадрами фото Паоло Соррентино, фильма «Великая красота» Гранде Беллеццо, который завоевал премию «Оскар» как иностранный фильм. Увидимся совсем скоро. Всем пока. А престо.